хочу я почати сьогодні із нашого першого такого важливого нагородження. А саме почати із нашого засновника, президента нашої футбольної команди «Львів». Це Балагури Олега Вікторовича. Дипломом нагороджується Олег Балагура, засновник і президент футбольного клубу «Львів» Денисівка, бронзового призера чемпіонату Київської області сезон 2020. Дякувати йому за той ентузіазм, за те горіння, за те бачення розвитку футболу взагалі в Денисівці і в області. Він заслуговує на гарні слова, на нагороду. Ми будемо говорити потім за столом, так? Просто вручаємо награду чи як? Так. Я думаю, так. Ну, гарний диплом, дай Бог, щоб бронза прийшла далі. І щоб продовжувалася це від нас справа, яку ви розпочали. Ми готові вас підтримувати, тому що ви молодь, творча. От, я дуже рад, що ви в нас є такі спільні проекти. І я хочу, щоб цей проект був на той рік ще більш цікавіший і більш змістовніший. А потім ми ще вам скажемо більш щасливі. Дякую. За результат. Це основна людина команди після Олега Вікторовича. Це тренер Олександр Собкович, який нагороджується так само дипломом і те саме тренером футбольного клубу «Денгол». Спасибо. Двигателем і організатором, і вдохновителем, русське слово приходить. Спасибо вам. Спасибо вам, да, і що у нас буде время для поговорити, ну, це, я вважаю, це наша общая награда, да, і ті награди, які є, це ми заслужили, всі, хто тут є, навіть ті, які не змогли тут бути, ми це все зробили ви, тому спасибо вам, ще раз, це аванс на наступний рік. Спасибо вам. Незадовго до закінчення вже чемпіонату нам Бог послав талановиту людину, тренера Романа Санжара. І сьогодні ця нагорода знайшла в цьому залі і його. Спасибо йому. Я благодарю Дмитричу, що пригласив мене. Скажем так, дуже хороше время, считаю, що провел ми. И вы все, ну, от президента клуба и до вас провели хорошую работу, вот, и заслужили то место, на котором сейчас команда находится. Вот, и, но самое главное, я считаю, что начинается до футбольного поля. Это касается тоже от руководства, которое вот за то время, которое я здесь был, что говорит, то и делает. Ваша самоотдача, скажем так, ваша большая работа, и благодаря этому у вас есть тот результат, который вы имеете. Но, опять-таки, я сам по себе максималист, я вижу, что и Дмитрич, его помощники, руководители, да и вы, я уверен, на самом деле вы можете больше, ваш потенциал гораздо больше. То есть, если динамика будет та же, я уверен, что те задачи, которые только что нарисовали, они все осуществимы, и в будущем у вас все получится, ребята. Поэтому тоже всем спасибо. А зараз під ваші обласки я хочу запросити для вручення диплома не менш талановитого, молодого, звичайно, але не менш талановитого тренера, тим більше, що вихованця нашої Тетіївщини Олега Агеєва. Пацани, приємно, чесно, в такому конкурентоспособному чемпіонаті проявити именно всі свої можливості, сили, все, що у вас є, ваше вміння. Действительно, зайняти третє місце, це, ну, как бы, дорого стоїть. Пусть ця награда буде самая маленькая в этом году. Дальше пожелать вам всего доброго. Коли привезли оці нагороди, оці кубки, я була здивована і перепитала. Така нагорода.
нагороджується футбольний клуб «Денгор» села Денихівка, який визнаний відкриттям сезону за підсумками 2020 року. Я думала, що відкриттям думала, що ми відкривали сезон. Оказується, зовсім не так. Відкриття команда «Денгор» була відкриттям для такої великої Київщини. Люди сумнівалися в тому, що може бути на маленькому селі, такому незнаному Денихівка, така сильна команда. Так що я думаю, що по цю кого я підійду, тому що цю нагороду по праву заслуговує Олег Вікторович. Олег. Я думаю, що ми не відкриті відкриття, ми є та сила, яку всі бояться в області. Так що відкриття – це дуже м'яко, ніжно сказано, а дійсно це команда, це розуміння і визнання нашої команди, яка себе показала досить достойно. І я скажу, що це були травми, не було таких геть поганих моментів, хоча і саме головне, я бачу, між вами є дружба. Я завжди говорю, це саме головне. Коли в команді є атмосфера, тоді буде, звичайно, любі, які ми бачимо перед нами реальні, вони всі реальні. Я дякую, що область нас так побачила. Ну, я думаю, це вони про нас ніжно, м'яко сказали. Ми за собою краще. І в продовження того, що сказав Олег Вікторович, дипломом Київської обласної асоціації футболу нагороджується футбольний клуб «Денгоп» як найрезультативніша команда чемпіонату Київської області. Капітан, звичайно. Ще буде капітан, ще буде капітан. Що нам, то нам. Ну, а зараз саме час вручити диплом Київської обласної асоціації футболу найкращому бомбардиру нашої команди. Я думаю, що сьогодні... Спасибо тренерам и руководству за возможность собрать клубе и пацанам за то, что дали возможность получить приз. Это важно. Ну а тепер дійшла справа і до капітана. Дипломом нагороджується бронзовий призер чемпіонату Київської області з футболу Вища ліга сезону 2020 командний футбольний клуб «Денгоп». Всех поздравляем с медалями, всех любим. Андрей, давайте здравствуйте. Да нет, ну они заслужили. Давайте заберем медали к себе. Надо вставать? Шутка. Ну, шутка. А как? Ну, давай, пацаны. Надо Ну, что-то.
Ви ще тренер воротарів. Бо я думаю, ну, а зараз, я думаю, для першого тонка ми даємо на дослуговування свої думки. Ну так, я дякую вам за вашу позицію, за вашу любов до такої чудової гри, як футбол. Ми це шануємо, от, і дуже готові вас підтримати. Хочу подякувати нашим тренерам, тим хлопцям, які просто, яких ви поважаєте. А сьогодні управляти колективом, от, не так просто, але я вважаю, тільки професіоналізм, тільки такий підхід правильний творчий, це і тренування, це і ігри, це і задачі, які ми ставили. Якщо ми будемо це діло розуміти в одному плані, на все буде добре. Хочу подякувати Франсуа, тому що він просто, ну як сказати, один із тих моторів, от, які, я правильно говорю? Костя. Я знаю, але я так, це просто все сказано. Я знаю, що Костя. А якщо сказав Костя, ми тут щось на кого-то другого подумає. Хорошо, я поправлюсь, Костя Франсуа. От, я хочу подякувати от, вам за таку мобільну роботу, за таке вболівання, за таке розуміння. Ви знаєте, це сьогодні для кожного із нас, це польот душі і для нас, тому що сьогодні не такий простий час, сьогодні дуже багато є таких проєктів, які треба виконувати, але я вам скажу, от в мене такі в житті багато проєктів є. От, і будівництво храмів, і підтримка домів престарілих. І повірте мені, ні на футбол, ні на такі справи ніколи не жаркувала, о, що я ці гроші не забрав додому, що я ці гроші там не кинув на щось там, на комбайн чи на трактор. Я до чого веду, що ми повинні жити цим. Це наше майбутнє нашої країни, тому що мені до вподоби, ми ще тіло тільки починаємо розкручувати. Дай Бог, ми закінчимо стадіон, ми вже його розширили. Там у нас є, вже, думаю, на ті ігри у нас вже буде все по-другому. От, і я дуже хотів би, щоб у нас була команда, щоб у нас був костяк. Той, який є, тут у нас є Ярослав, який вже пам'ятає нашу команду, коли ми починали ще з високого. І я дуже люблю, знаєте, коли Лича, які, ми, я не можу всіх знати, повірте мені, тому що це вам ближче. Ви товаришуєте, ви живете, ви приїжджаєте разом. От. Тому для мене це дуже добре, коли в нас є стабільність, коли в нас невелика така тікучка, вона повинна бути, без неї не може бути. Тому що постійно, якщо ми додаємо класів, то ми повинні додати їх професіоналізму. Особливо хочу подякувати нашим вболівальникам, які теж фактично мають вдома, і вдома жінки не пускають на футбол, але вони знаходять час, як перебігти, вскочити в автобус і поїхати. І я вважаю, це дуже приємно. Ми не раз бачили, коли навіть такі ігри, навіть не все виходить, але команда грає, і ми її підтримуємо, і приїжджають вболівальники. Я думаю, це дуже правильно, це дуже розумно. І це, мабуть, є ота така зв'язок команди, вболівальниками. От, взагалі хочу подякувати всім вам, от, подякувати вашим сім'ям, вашим батькам, вашим дружинам, вашим діткам, що вони знаходять в своєму житті для вас час, який вас відпускають от, на ці змагання. І я вважаю, що в нас є багато планів, є в нас багато таких думок. І я ще раз кажу, я ще раз хочу випити за вас. От, цей рік, що пройшов, був дуже важкий, ви самі розумієте, всі кох із нас і в бізнесі, і в друзях, і близьких, рідних, скільки не стало людей, скільки сьогодні перехворіло, ніхто не знає, що це в нас всіх чекає, але то, що наша позиція, яку ми з вами пройшли, вона була однозначно правильна, і одне вам скажу,
що це перший чемпіонат за 85 років в Київській області, коли ні одна команда не знялася. Період, ви знаєте, той зійшов, той не хоче фінансувати, там розбилися. Так от, не чемпіонат, не перші області, ні одна команда не зійшла з цієї позиції. Я вважаю, це велике заслуга, мабуть, федерації, а в першу чергу колективів, наших команд, тих людей, що займаються. Зараз йдуть серйозні напрацювання, я не знаю, наскільки нам сподобається, але планується в ближайший час. Я зустрічався високим керівництвом федерації чи асоціації футболу. Зараз буде наведений порядок, особливо Київ, Київська область. Питання грають там і там. Це питання зараз буде серйозно наводитись в порядок. Не знаю, наскільки це розумно, наскільки це правильно, але в федерації футболу є такі міркування, щоб підвищити рівень чемпіонату, особливо дуже багато питань до федерації міста Києва. От. В області в нас, ви знаєте, вже в нас чітко всі заявки, в нас вже не може бути в області, щоб грав хтось за одну чи другу команду, цього немає. Я думаю, це воно не так все просто, так воно швидко буде. Я розумію, може вам не подобається, тому що це свого роду такий болючий крок, але він буде, однозначно. Тут таке, про погано говорити не буду. Хоча не є погано, це є крок вперед, це є порядок, в світі такого немає. Тому ще раз, хочу вибити за вас. Вам всім здоров'я, щоб цей рік, що йде рік бика, що в нас було таке завзяття, впертість, головне здоров'я, головне шана до своїх близьких рідних, шана до колег. І саме одне із головних, ми повинні всі бути патріотами нашої держави, ми повинні думати, що вже, дай Бог, наші діти, ваші діти, наші внуки, все-таки жили в тій країні, на яку ми заслуговуємо. Тому що дійсно подивитись на ці всі моменти, які є, дуже багато таких різних, не будемо про них говорити, але я вірю в те, що майбутнє за нами, особливо за вами. Дай вам Бог здоров'я, щастя, миру і за вас. Ура! Тоже, конечно, ребят, хотел бы сказать слово благодарности. Как раз здесь сегодня собраны все, наверное, звенья вот той цепи, которая, да, вот тот путь, который проделали, который привел нас к этому успеху. Потому что на самом деле, да, прошлый год вы помните, какой он был. Первый круг был совсем неубедительный, второй был более убедительный. Мы встретились, обговорили, поговорили. И помните, наверное, последний тост, да, чи як це звучит, доповідь? Чи ту доповідь? Да, когда мы... Последний тоже мало кто чует, если честно. Я напомню, да, что мы тогда собрались и как бы говорим, ребята, а почему бы и нет, а почему бы мы не смогли бы занять бы Киевскую область, а почему нам не попробовать? В принципе, это же такое, кто не рискует, у кого-то выйдет, да. Тут не ошибаюсь, мы рискнули, и у вас это вышло. В первую очередь, да, хотел бы поблагодарить Олега Викторовича. Время действительно тяжелое, не только, ну, понятно, что в мире, в стране, да, но это был такой действительно тяжелый год. И несмотря ни на что, да, как мы, подготовка в феврале начиналась, турниры мы вроде уже укомплектовались, и тут вдруг вот этот вот локдаун, карантин начался, и все равно мы в карантин мы поработали. И без выходных вы все время играли. Да, пауз вообще в чемпионате не было. Но, опять же, тот подбор людей, которые я сделал, тех людей, которые меня поверили, тоже хочу вас очень всех поблагодарить. Болельщиков, да, я уже не один раз говорил по поводу наших болельщиков, но лучше в области я не видел. Я еще не видел просто у Ковалевки, но я думаю, мы уже... Если когда-то с ними там сыграем, то там мы и сравним, кто на этом уровне. Это мы можем организовать, это ведь надо. Организуем, конечно. Плюс тренерский штаб хотел бы поблагодарить. Очень такие, вы знаете, да, Роман Николаевич, это, честно, последние 9 туров, которые он с нами. Это 9 туров, у нас 2 ничьи, 7 побед. Это был как глоток свежего воздуха нам, потому что, ну, сейчас рекламировать не буду, но скажу, человек, который преподает на курсах. Нет, он же обучает тренера, лицензии про, и Шевченко тоже он рассказывает, куда бежать. Да.
я чувствовал, что где-то чуть-чуть нам где-то не хватает, и надо просто поднажать. Но мы, слава богу, это тоже был Николай Тищенко, вместе с ним это и тренер по вратарям тоже опыт. И сегодня у него день рождения, он не смог прийти, потому что это семейные вопросы. Также поблагодарить оператора хочу, нашего доктора нашего, которые были всегда рядом, всегда они были. Костя, все. А, доктора нет, я сам с доктором. Он сидит, да. Поэтому я еще раз говорю, в этой цепочке у нас все происходило очень так крепенько, да, и не было никаких сбоев. Благодаря где-то вот этим нашим совместным усилиям, доверию друг другу, веры друг другу, и что мы и шли к задаче, к той поставленной цели, которую мы хотели, мы ее, в принципе, достигли, и третье место. Ну да, сейчас мы можем говорить, что можно было бы и выше, но никто не знает просто планы, которые были у нас Олегом Викторовичем, они были... Но мы все равно, мы вышли, я считаю, третье место, это для Денисовки довольно-таки... Нет, для Денисовки это супер результат, я так понимаю, что это мы написали историю. Да, историю. А историю мы писали в этом году везде. И по бомбардирам мы впереди, и по забитым мы, честно говоря, в этом году шороха там навели. И по крупным победам они как выставили список, так везде был только Денгов. Поэтому, ребят, еще раз, да, всех вас благодарю за этот год, да. И хотел бы на следующий год, конечно же, опять же... Пожелать всем нам еще больше ярких событий, положительных эмоций в следующем году. И вы же сами уже понимаете, было третье место, а туда уже осталось чуть-чуть. Поэтому я думаю, что мы сделаем, и мы это все дожмем. И уже в следующем году, я думаю, что будем с другими медальками здесь. Очень хочется в это верить, будем надеяться. Поэтому всем спасибо, всем с наступающим. Всех ребят поблагодарить за результат, поблагодарить болельщиков. Я на всю жизнь запомнил матч, когда мы проиграли 6-0. Серьезно? Да. Что ты думаешь? Я у меня вот так в душе такое, ну, нельзя было передать. Сань, кинь, пожалуйста. Поэтому я благодарен болельщикам, футболистам, всем нашим тренерам, Олегу Викторовичу. И хотел, чтобы в следующем году заняли место выше, чем в этом. Хочу, честно говоря, сказать, вот я просто помню, вот, наверное, лет 15-18 назад, вы даже себе не представляете, что там было. Сегодня там классный стадион, классное поле, но что там было раньше, вы себе даже не представляете. Хотелось бы поблагодарить Олега Викторовича. Я считаю, что он делает очень большое дело, он делает не только для команды, он еще делает дело для всех жителей Высокого и Дмитриевки, и района в целом. Поэтому хотелось бы ему сказать огромное спасибо, и чтобы в дальнейшем у него всегда было терпение, были всегда возможности, чтобы, знаете, вот это самое главное, чтобы было желание, чтобы эта страсть, вот это хотелось, чтобы у него всегда было. Также, пацаны, хотелось бы сказать вам огромное спасибо, действительно. Знаете, как бы вот Александр Дмитриевич отметил, начинали с маленького, да, когда было тяжело вообще, ну, как бы, ну, их не было, но я скажу, как бы, просто ситуацию, когда вот действительно команда там боролась за выживание, стояла задача там не вылететь, это как бы тяжелая задача на то время была, ну, благодаря там футболистам, которые были в то время, которые остались до сегодняшнего дня, выполнили ту задачу, выполнили уже сегодняшнюю, да, на сегодняшний день, которая стояла. Поэтому за это вам спасибо, это действительно дорогого стоит. Спасибо нашим болельщикам, да, которые всегда с командой, которые, ну, вот, не знаю, там едут и в Денихівку, мы там иногда жалуемся, Денихівка далеко. Ну, болельщики ездят с Денихівки в Киев, из Киева в Денихівку. Поэтому они тоже как бы тратят свои силы и время, которые могли бы проводить семьей. Поэтому отдельное такое огромное спасибо болельщикам нашим, которые всегда с командой. Тяжелую минуту, хорошую минуту. За это вам спасибо. Также, конечно, тренерский штаб, который сделал тоже огромную работу, организовал вот эти все процессы, да, болельщики, команда, руководство. То есть это тоже очень важно. Поэтому хотелось бы пожелать всему тренерскому штабу, чтобы никогда не опускали руки, чтобы всегда были уверены в себе, в своих силах, в своих знаниях,
чтобы в самую сложную минуту все равно верили до конца и всегда знали, что все надежда умирает последней. Поэтому хотелось бы, чтобы всегда было только хорошее в их жизни. Поэтому за всех вас, за всех нас, за всех. Мы традиционно проводим такой опрос. Первый раз в этом году болельщики приняли в нем участие, очень приятно. Вот. И я хотел бы огласить результаты. До этого мы проводили, по-моему, 4 раза, и всегда побеждал один человек. Андрей Ильичев. Или мама оплачивала. Да, а теперь в этом году посмотрим, кто победил. Я начну не с третьего, я так, чтобы было... Со второго лучше. Так. Но начну с ветерана команды. Ярослав Гаврилюк занял 6-е место. Ключик Семен, 28 очков. Надо было первый брать. Четвертое место Бровко Игорь. В следующем году он обязательно должен в тройку попасть. И тройка с большим отрывом. Все остальные. 56 очков набрал Артур Марийко. Ты согласен или нет? Согласен или нет? Первое. Да ведь девять. Сразу команду тебе не согласен. Спасибо. Куда ты идешь? Второе место, я считаю, это человек, который в этом году вообще выстрелил, заслужил. Он у нас в команде самого основания. Рагульчик Артур. Ну так классно! Третье место. Третье место. И по старой доброй традиции первое место занял. Ну так, все. Ладно, это твой конец. Андрей, ты опять мама. Мама. Спасибо, приятно. Мы даже знаем, где он живет. Сразу не понятно. Андрюк, а меньше поднимай. Все, ты тише. Я не сильно разоборчивый. Хочу выпить за весь коллектив, за тренировку, за руководство, за нашу команду. В целом мы все... Сила, да. И поэтому мы добьемся всего того, что не то, что от нас требует, а того, что мы хотим. А мы хотим всегда побеждать, выигрывать. И мы этого добьемся. Потому что мы все одна большая земля. Всех с наступающими праздниками, со всем. За премиальный, да. А кто первый занял? Ключик гол! Ключик гол! Спасибо! Ну, мне снесло башню еще и от нашей команды, от нашего именно коллектива. Потому что вот, как мы вместе именно общаемся, как мы вместе живем,
готовимся к играм и тому подобными вещами, это очень, очень круто. Как говорил Клоп, давайте я вам чуть-чуть цифры показываю, да? 30% все остальное, а 70% это коллектив. И я всегда говорю, и у Николаевича, мы с ним уже работаем уже больше 8 лет, всегда должен быть коллектив. Всегда, короче, должна быть именно тема, вот эта, которая вместе попрет. Блин. Слушай, еще и мой, именно, ну как же так не понимаю. Это штраф, пацаны, это штраф. Ребят, поэтому всегда, чтобы что-то получилось вообще, вот именно в чем-то, это всегда должен быть коллектив. Мы на правильном пути. Мы остались в этой лиге, мы, короче, будем двигаться дальше, но мы, короче, в коллективе, в котором мы можем по-любому уже достигать именно самых-самых-самых, короче, высоких моментов. Так что, пацаны, я вас всех люблю, я вас всех, короче, уважаю за вас. Я их тебе не узнать, конечно. А ты не мог. Тебе не узнать. Так все, ты хищ. Ты позже приходишь. Я хочу всех привітати с наступающими святами, да, с Новым роком, с Різдвом. Побажати всім здоров'я, тому що цей рік був непростим, непростим для всіх. І пандемія, когось підкосила, хтось легко пережив, когось. І надалі вона тебе цепляє. Тому хочемо, щоб це все пройшло гладко, щоб нас це не коснулося. Якщо там коснулося, то коснулося дуже легко, щоб ми це пройшли з піднятою головою. Хочу побажати всім здоров'я, без травм. Цей рік пройшов, скажімо так, класно для футбольної точки нашої. Да? Ми дали хороший результат. Всім хочу подякувати за приємні моменти там на полі, поза полем, як ми готувалися до ігор. І хочу побажати, щоб наші амбіції, вони в кожного є, ми хочемо тільки перемагати, щоб вони не зупинялись на цьому, да? Щоб ми далі там ще вище і вище піднімались на своєму шляху по ступенькам і вище, і щоб ми там досягали тих цілей, які там ставить керівництво, які ставлять тренера. Також хочемо подякувати тренерам, які вірили в нас, давали цей шанс, ну, старалися, хто як його використав, хто з кращої сторони, хто з гіршої сторони. Ну і за вас! Ми, короче, всі вместе. І по-другому ні міста, там, ні ліга, нічого не виграється. Ні бабки, навіть нічого не виграється. Це тільки тоді, коли, короче, іменно весь, іменно вся команда вместе. За коллектив. Давай. Без этого не за кино. Не за кино. Кино. Потому что звонит Сергей Николаевич, я на бабку. Это, бля, Мауриньо звонит. Это Мауриньо, сука. Я ее не люблю, Мауриньо. С кем? Про вас, как про футболистов, как про коллектив, и вот сколько с ребятами мы работали, я еще раз говорю, я разных повидал, то, допустим, вот лично с вами в нашей работе, допустим, получается, ну, больше всего вот тот же, допустим, прессинг, да, о котором мы говорим, который сложно применяется там в многих командах, но, допустим, именно
именно у вас этот элемент, допустим, получается гораздо лучше, чем у футболиста Карпат. Ну, к примеру, вот если сравнить, да, мы там работали, 100%. Там как бы там талантливая молодежь, там талантливые футболисты, это действительно так и есть. Вы же не талантливые мастера. Молодежь, но талантливая. Вы талантливая, богу молодежь. Да, да, пацаны, но такой элемент... Особенно ты, такой элемент важный в футболе, допустим, он у вас получается больше. Здесь... Больше даже не потенциал, а психологический фактор. То есть это тоже ваш потенциал. Я рад, что вот мы вместе поработали, у вас прекрасная атмосфера, вы должны этим дорожить, руководители, тренеры. Допустим, здесь за Петровича мало говорили, да, как бы, ну, наверное, меньше всего. Но на самом деле этот человек тоже очень важен для коллектива, который много делает и где-то повышает время, и коммуницирует, и общается со всеми. И от, скажем, от него очень много зависит, скажем так, эта атмосфера. Поэтому за вас, пацаны, что вы вот классный коллектив, так, классная команда. И мы с Николаевичем очень рады, что мы оказались вместе с вами. Можно я? Сразу, чтобы потом сразу не собирать. По поводу компании? Конечно. Да, не было. Я сразу дополню, налили бы там грамм водки. И что-то пусть дадим. На водочке то нет. На вилочке. Сам подойди. Да. Ребята. Николаевич все сказал, все правильно сказал. Я просто хочу дополнить одно. Авторитетный тренер. Когда попадаешь именно в коллектив, в команду, ну, смотришь, как оно, что, как люди общаются и тому подобные вещи. В этой команде очень сильно сразу был поставлен коллектив. И когда вот пацаны именно вот за эти там, небольшие деньги там, сражались, тому подобные вещи. Да что ж ты уж такое? Оштрафован. Два раза. Второй раз. И один и тот же звонит по штрафу. Это тут ключ. Это я хочу свои звонить. Рубим потихонечку. Ну, хорош. Пацаны, не надо поставлять. Вот. Что там, лезло? Ну, меня во всем.